Индивидуальный предприниматель Никита Таруев выиграл контракт на 22 миллиона рублей на восстановление асфальта после строительства и ремонта теплотрасс ТГК-14 в Чите. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляла 22,3 миллиона. Подрядчик должен будет завершить работы до 31 октября. Напомним, движение транспорта по улице Бабушкина от Столярова до Баргузинской полностью перекрыто до 13 июля из-за капитального ремонта теплосети компании ТГК. Во время ремонта первого участка в границах улицы Столярова и Баргузинской энергетики отремонтируют 850 метров трубопровода. Объезд организован через улицу Чкалова. С 22 мая в Чите начались и отключения горячей воды, некоторые из которых также влекут за собой вскрытие асфальтом.